том числе со стороны МВФ. I thought you had nothing outstanding. You had no debts to the IMF, I'm told. Не было, не было. Мы сейчас говорим не о долговых обязательствах. Кстати говоря, Россия погасила не только свой долг перед МВФ, но и долги всех бывших республик Советского Союза. В том числе, скажем, долг Украины в размере 16 миллиардов долларов. А о кредитно-денежной политике. Мы в контакте с госпожой Лагард, с другими коллегами из МВФ. Мы их информируем о том, что мы делаем, слушаем их рекомендации. Вот. И мне хорошо известно, как руководство МВФ оценивает политику Центрального банка России. Оценивают положительно. You still talk as if the IMF is a partner of Russia. You act as if Wall Street wants Russia to succeed, and I question that. And I would ask you, is Wall Street actively working to destroy the Russian economy in the interest of the United States? Я не говорю сейчас про Wall Street. Значит, если мы будем говорить про администрацию Соединенных Штатов, то администрация, безусловно, воспринимает, особенно в последнее время, Россию как конкурента.